Всем привет, дорогие подписчики, с вами снова Джек Шепард Кьюа, и мы продолжаем играть в Ферма 2017. Так, что нам сегодня предстоит дело? Нам сегодня предстоит дело довести пшеницу, если я не ошибаюсь, на продажу. Кстати, себе купил 3 электрогенератора. Так. Кстати, сейчас посмотрим карту, куда нам ехать. Так, нам сюда. Как раз возле них проедем сейчас. Так, включу музыку, чтобы не было скучно. Так, сейчас сверюсь с карты. В принципе, правильно едем. Так, нам сюда. Так, мы сюда, куда нужно, приехали. Так, включаем нашу панель. Так, другую сторону разгрузки. Вот, зерновая дверь, как бы. Правильно нужно выбрать. Оп. Все. Теперь можно разгружаться. Так, процесс, думаю, будет долгий. Так, посмотрим, что у нас здесь. Кстати, вот я... Блин, куда застрял? Посадил деревья. Они скоро уже вырастут, и нужно будет их срубывать. Это, кстати, если я не ошибаюсь, сосна у нас будет. Ах, какая же прекрасная музыка. Так. Ставил себе прицеп, я в него налил 47 тысяч, нифига себе. Хорошо позаработали. Ставил себе прицеп. Там залил топливо. В него. Теперь можно сюда подъезжать на машине, тракторе или на другом транспорте и заправляться. Так, все, теперь можно ехать дальше. Так, где-то здесь припаркуем машину. Да, очень большие не. Кстати, одна вышка такая в час дает 1500 долларов. Что очень прибыльно. Но только одна вышка стоит 1 200 000 долларов. Чё долго собирал, купил себе 3 вышки, теперь они дают мне деньги, как бы.
Можно было через поле поехать. Что у нас с этим полем? Кстати, новое поле себе купил. Оно уже подросло. Сейчас посмотрим даже. Полностью или нет. И чуть-чуть найм не доделал. Выключу пока что музыку. Не до конца сделал поле. Какой-то, наверное, сбой в системе пошел у него. Как-то странно даже. Так. Тут оружие мы как бы собрали. Так, давайте вернемся уже домой. Нужно это время ускорить. Ночь хочу показать. Позапрошлый, в прошлой серии я обещал показать ночь. Так и не показал. Так, нужно фары включить. Так, вот это поле уже как бы готово. Ну где-то машину припарковать, чтобы не мешало как бы. Можно проверить, может еще в бункере осталось там зерно. Да, ночь прекрасная здесь. Оп. Так, где у нас комбайн? Вот он. Так, не пикай. Ай. Да, еще немножко зерна осталось. Так, нужно его поровнее распределить как бы по кузову. Так. Все, едем теперь на новое место. Открываем трубу, сохраняемся. Вот. Дальний включили. Так, доходы у нас большие стали уже. Вот ночь такая, ну как бы ночь как ночь. Сейчас покажу. Кстати, хорошо, что у персонажа есть фонарь. Вот. Что ж, дорогие друзья, будем заканчивать на этом серию. Включу музыку на прощание. Всем спасибо за просмотр, с вами был Джек Шепард, я, до свидания и до новых встреч.